У жителей 30-тысячного микрорайона пригород Лесной в Ленинском округе появилась своя доступная территория для спорта. Стадионом новой Мисайловской школы, открытой в апреле этого года, и его инфраструктурой теперь могут пользоваться все желающие. Первыми оценили спортивную площадку, конечно, школьники. Я такой человек, типа, мне нравится и баскетбол, и волейбол, могу играть в футбол, во что угодно, но мне здесь нравится, во-первых, то, что большое поле достаточно, да и во-вторых, не знаю, как-то просто вот радость. Уже в день открытия большое количество местных жителей смогли найти здесь занятия по душе. Праздник спорта на стадионе начался с полудня. Именно в это время состоялись соревнования по волейболу и футболу. И хотя матчи дружеские, накал страстей был нешуточный. Ускорение по левому флангу Куришидзе! И защита на месте! Постарались сделать для детей и жителей оптимально интересную программу, чтобы они заинтересовались, чтобы им было весело и приятно здесь находиться. Помимо проведения школьных уроков, на поле смогут тренироваться и все жители, а также планируется проводить занятия клуба «Активное долголетие» и спортивных секций. В пригороде Лесной уже давно работает молодежная футбольная лига. Ее участники провели свой небольшой турнир. Очень нравится, мягко, такое прикольное. Почти как настоящий газон, прям классно. А вратарю вообще важно, какое покрытие? Конечно, важно. Если поле плохое, будет тяжело отталкиваться и больно падать. И ты просто не успеешь вставать там. А так все здесь отлично. В это же время рядом проходил волейбольный матч между подростками из близлежащих домов. Георгий Соколов в будущем году планирует получить значок ГТО и уверен, что на этом стадионе сможет отлично подготовиться к сдаче комплекса. Футбольное поле, оно больше, чем в нашей старой школе. Вот меня это удивило. В два раза больше стало. Это все хватает. Волейбол есть, можно поиграть в футбол. Играют в баскетбол, небольшое поле тоже есть, все хватает. Вскоре в жилищном комплексе будет сдан еще ряд домов. ЖК быстро развивается, поэтому улучшение инфраструктуры в таких молодых микрорайонах необходимо. Я считаю, что вот эта инициатива Министерства образования, она крайне важна, инициатива Андрея Юрьевича Воробьева, губернатора нашего, потому что и крайне важна именно вот для таких микрорайонов, густонаселенных. При этом особенно важна, я считаю, что в тот момент, когда только идет период строительства, период становления микрорайона, поскольку многие решения, которые в проекте планировки территории, они еще не реализованы. И людям каждый уголок, где можно отдыхать, заниматься спортом, он вдвойне важен. 1 сентября школа наполнится детьми, поэтому важно обеспечение безопасности учащихся. Спортплощадка оборудована видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный регион». Те планировочные решения, когда школа отделена сама непосредственно, чтобы взрослые не могли зайти на территорию общеобразовательного учреждения, но при этом с утра и до 10 вечера все смогут посещать именно стадион, заниматься спортом. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Сергей Ларин. Видное ТВ.